Российский эксперт считает, что чем дольше руководство Армении будет пытаться отрицать реальность, противостоять ей, тем сложнее будет для них процесс примирения и восстановления. Как передает Азия Ас, эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов заявил, что Армения проиграла войну и сейчас хочет выиграть мир. Страна находится в ситуации, когда была спасена от полного разгрома благодаря трехстороннему заявлению. Сейчас она пытается с помощью дипломатии вернуть себе какие-то позиции, утраченные на полях сражений. Желание отменить результаты трехстороннего формата и перейти на прямые переговоры или переговоры при посредничестве США и Евросоюза. Все эти попытки выйти из того формата, парадигмы, которая была создана для Армении в 2020 году под воздействием реальных объективных факторов на земле на фронте, в том числе. И эти попытки не прекращаются. Но чем дольше руководство Армении будет пытаться отрицать реальность, противостоять ей, тем сложнее будет для них процесс примирения и восстановления. Нельзя идти против фактов. Азербайджан вернул себе свои земли, восстанавливает разрушенную инфраструктуру, ведет активную созидательную работу. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.